И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ребята, данная серия будет похожа на ту серию, помните? Можете поискать у меня в плейлистах, ссылочка будет, как всегда, в описании. Серия под названием «Расстояние до других планет и объектов Солнечной системы». Эта серия будет такого же типа, я знаю, многие меня давно просили. Так вот, в этой серии мы с вами попробуем посмотреть, через сколько миллионов, миллиардов лет грандиозные объекты, спутники, такие как Pioneer 10, Voyager 1, Voyager 2, через сколько времени они будут возле некоторых других объектов нашей Вселенной, нашей галактики Млечный Путь. Также, как всегда, я приведу данные, которые будут на экране ваших гаджетов, мониторов. Это достаточно интересно, есть и будет о чем задуматься. Ну а для начала я хочу сказать, что Pioneer 10 и Voyager 1, вы спросите, некоторые, может быть, не знают, что это за аппараты, что это за спутники. Вообще, эти аппараты были созданы в лаборатории реактивного движения НАСА для исследования ближайших нам планет. А также у этих спутников был план полета, который предусматривал вылеты за пределы Солнечной системы. Скажу больше, что на аппарате проекта Voyager установлена круглая алюминиевая коробка, и человечество положило туда позолоченный видеодиск на диске 115 слайдов, если я не ошибаюсь, на которых собраны важнейшие научные данные, виды Земли, ее континентов, различные ландшафты, сцены из жизни животных, человека, также строение, биохимическая структура, включая молекулу ДНК. Кроме того, на диске записано много изображений, записаны звуки, плач ребенка, голоса птиц, зверей, шум ветра, дождя и всего прочего, что мы можем только с вами услышать своими ушами на планете Земля. Все для чего это сделано, что, возможно, когда-то эти два объекта, Voyager и Pioneer, достигнут какой-нибудь внеземной цивилизации. Внеземная цивилизация перехватит это послание, эти звуки, этот шум, и, возможно, на своих каких-то космических аппаратах они прибудут к этому спутнику, увидят, услышат на позолоченной тарелке все, что на ней изображено, и, как бы, возможно, внеземная цивилизация свяжется с нами, выйдет с нами в контакт. Если, конечно же, у них ихние космические аппараты обладают более мощной скоростью, скоростью света, либо более того. Вот. В общем, короче, ребята, всем приятного просмотра. Обязательно пальчик вверх, подписочка на канал. Господи, я немножко нервничаю. Все, всем приятного просмотра.